суд направлено дело преступной группы, похитившей 45 миллионов рублей. Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено в отношении бывшего заместителя директора ГБУ дирекции молодежных жилищно-строительных программ и председателя правления жилищно-строительных кооперативов. По версии следствия, в 2018 году они создали организованную преступную группу и, используя пакет фиктивных документов, ввели в заблуждение 39 получателей субсидий. Добавлю, ранее в суд поступило дело в отношении еще одного участника этой преступной группы, начальника отдела реализации государственных программ дирекции. Он заключил со следствием досудебное соглашение. Соучастники подбирали граждан, относящихся к категории молодых семей и состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, и заключали с ними фиктивные договоры по накоплениям. Затем они фиктивно ставили молодые семьи на учет в качестве претендентов на получение субсидий. Используя пакет фиктивных документов, в 2018-2019 годах обвиняемые незаконно осуществили переводы денежных средств субсидий на счета 39 получателей.